Лизка, ты уже проснулась. Молодец. На тебе погремушечку, поиграй. Давай, малыш, будем собираться и пойдем в детский магазин с игрушками. Поменяем тебе подгузник. Ты моя сладкая девочка. Ты такая хорошая. Вот какая ты молодец, малышка. Давай наденем трусики и нарядное платьице. Ах ты моя веселая девочка! Давай расчешем твои хвостики, милашечка моя. Ну и, конечно же, носочки. Ну все, мы готовы. Ну вот мы и в магазине. Пойдем в отдел кукол. О, какие колясочки! Ты хочешь себе такую? Хочешь? А это набор для кукольной кроватки, одеяльца и подушечка. О, это Иришка с длинными волосиками. Привет, Иришка! А это Каришка, в машинке Божья коровка. А здесь на полке Бэби Бон с днем рождения. Напишите в комментариях, у вас есть Бэби Бон? Любите вы с ним играть? А тут разные игрушечные кухни. У вас есть кухня? Напишите. Набор кукольной посуды. Пойдем к куколкам. Тебе нравятся куколки? Как ты повеселела! Тебе нравятся куколки? Здесь много разных кукол. Здесь Рапунцель и Фрозен из мультиков. У вас есть такие куклы? А это набор фигурок из мультика «Тайная жизнь домашних животных». Мультик очень смешной. Вы уже его смотрели? Напишите в комментариях. Это главный герой мультика. Макс его зовут. Какая смешная игрушка. Посмотрите. А это главная героиня Гиджет. А тут набор с фигурками, да еще и квартиры для каждого героя. Отпусти, не кусайся. Ну вот, это почти все наши покупочки. И добавим еще одну. Набор фигурок из мультика «Тайная жизнь домашних животных». Ну все, малыш, попрощайся, мы идем на кассу. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал Зырики ТВ. Вот там наверху в уголочке есть кружочек. Если на него нажать, можно увидеть еще видео. Пока-пока!